Здарова, ребята, всем! С вами, как всегда, Кофи, Варпач, Фреш и Куинс, и сегодня мы открываем кейсы на сайте forestdrop.net. Всем здарова, чуваки! Чё, кого, бро? Ох же ты, тварь! Итак, ребята, да, сегодня мы продолжаем открывать также кейсы. У нас сегодня на балансе 8825 рублей и 60 копеек, да. Да ладно. Итак, парни, с чего мы сегодня начнем? Давайте посмотрим. Ну так, девочки, я предлагаю «Огонь и вода 3». «Огонь и вода». Мне интересно, будет ли 2018 год лучше по дропу, чем 2017? Вот, ребят, как вы думаете, напишите в комментариях, в какой вы год больше верите. Вот, но мне кажется, что 2017 год вряд ли что-то перебьет. Ой, так, три раза сразу открываем. В 2017-м Dragon Lore выпал. Вот именно, Кирюх, сколько всего мы выпили с тобой просто в 2017 году. Мне кажется, ой, а представь, сколько кейсов еще новых выходит. Ой, прикинь, сколько нас впереди еще всего ждет. Я же говорил. Чего? Так, ну мне это нравится. Мы просто уже сразу же, вот так вот с самого начала, мы уходим в плюс почти на 1000 рублей. Это разве не замечательно? Это очень круто. Итак, давай, Макс, дальше что открываем? Я бы предложил летний кейс, но его нет, значит, тайное. Тоже троечку. Зимний можно было. Что-то логику вообще не поймался на самом деле. Ну, давай тайное. Троечку. А сколько? Главное поймать. Троечку. Вы заметили, что тайное дешево стоит? Да, да. Да, и... Я понял, почему тайное дешево стоит, оно не работает. Оно очень долго, да, оно очень долго открывается, поэтому дешевле стоит. Когда маг большой, здесь постоянно долго открывается. Баскил, ну такой... Моя аура кончилась. Но все равно, да, все. Аура твоя, к сожалению, подошла к концу. Ладно, давай еще 5 раз откроем, давай попробуем. Так, нет, я хочу 5 раз. Сейчас, смотри, откроем и дальше, потом, не знаю, Кирюха или Паша, выбирайте, что будем дальше. Так, стартрек, эмочка, это даже корректор, градиент, ректен. Олег, Кириллу и выбирать не надо, он скажет акусик, инфосорт. Олег, это понятно. Олег, я знаю, что я сейчас сделаю, главное, чтобы у тебя был косарь там на балансе, да? В смысле, чтобы мы слили, типа, или что больше будет? Нет. Вы пока что открываете, а я пока что пополняю, так сказать. Я понял! Ну хорошо. Столовку 10 раз и рейдж кейс 10 раз. Столовку. Я хотел как бы эту, калашики открыть. Ну ладно. И рейдж сразу. Выходи, сразу рейдж. Сразу рейдж. Рейдж, где он делал? Вот он, красный рейдж. Так, 10 раз начинаю продавать. И калашик 10 раз. Подожди. И калашик 10 раз, да ты что? Макс, ты уверен? В честь Кирюхи 10 пипец! Бабла много. Отвечаю, сейчас с акусика выпадет. У меня баланс 3700 рублей просто! Ну все, остальное тайное, что. Пацаны, мне кажется, мы сейчас просто вот такой махинацией слили баланс, отвечаю. Ага. Чё? Можно случайно что? Тут ни одного! Тут ни одного калаша вообще нету, пацаны! Чего? Мне кажется... Пацаны, сайт глюканул. Пацаны, мне кажется, я просто сейчас чей-то дроп забрал, походу. Пацаны, я глюк нашел, Дима, я хочу сейчас так же попробовать. Подожди, в смысле? Так, подожди. Это из рейджа выпало. Это из рейджа выпало, скорее всего, да. Ну чё, пацаны, я шарю, изи. Пипец, просто пипец. А что за рейдж такой? Слушай, ну что-то неудобно мне сейчас, скорее всего, будет продавать это. Ладно, я не знаю, что с этим делать, на самом деле. Есть контракт, все нормально. Давай вот так вот, окей. Ох, как долго это, сколько тут пушек? 30-20 же, да? 30, да. Ой, жопка. Ну, Макс, спасибо, конечно, да. Да ты глюк словил, случайно вака выбить. Я знаю, что глюк, это прикольный глюк, мне он понравился. Честно, открываем калаш 10 раз и ни одного калаша. А там ни одного калаша, да. Олег. Я хочу... Битву? Это, да, я хочу... Сейчас, так, ножик я пока оставлю, я еще не знаю, что с ним делать. Так, сейчас я, короче, все самое другое продам, а там самый дешевый контракт оставлю. Я тебе развалю кабину. А, вот эмочка за косарь, сейчас смотри. Блин, как много всего. Так, ну там уже это, все, история заканчивается на этом. Так, все, давай, Паш, я иду к тебе. Ну что, Олег, давай, случайная тайная, создаю сражение, так сказать. Где, подожди, куда? Давай, случайная тайная, давай. Давай. Все, я захожу. Давай, все, хорошо, Паш, ты готов проиграть? Да. Хорошо, все тогда. Никаких вопросов, все нормально, все хорошо. Сейчас скажу, кто выиграл. Давай, делаем ставки. Я делаю ставку на себя. Давай. Я тоже делаю ставку на Олега. Ну, по-моему, да. Я выиграл. Олег, я создал, сразу заходи ко мне. Подожди. Да.
Я разбудаю тебя сейчас. Олег, давай, ко мне, Максим. Давай. Вот, давай, Паш, давай, ты пока составай, я сейчас просто по одному буду вот так вот всех вот это туда-сюда. Ну-ка. Ой, давай посмотрим, хорошо. Давай. Мне не жалко. Мне не жалко, и у меня ножик еще в запасе. О, смотри, слева секретный кейс появится через 57 секунд. Это что такое? Я хз. Через 50, через час. Нет, через час. Кто выиграл? Да ладно, серьезно? 40 рублей. Так, хорошо, из Паши давай тоже разочек. Размотаю тебя сейчас, вообще на изи размотаю тебя просто. Ну давай, Паш. Ты такой самоуверенный просто, вот уверенный прям на 100% в победе. Смотри, сейчас проиграешь, Паш. Ты слышишь, я тебя сделаю сейчас, ты видишь. Не знаю, сейчас я на Пашу ставлю. Вот ему Виктория выпала там. Ну, достал. Статрековская. Да ладно! Почему Статрек? Давай, ладно, хорошо. Ой, кто появился, посмотрите! Кто зашел-то? Какие люди? Ну, что, вы готовы проиграть? То же самое хотел спросить у вас. Готовы проиграть вы или нет? Ну, понимаешь, как бы тут Петровы побеждают. Ну да. Да ладно! Да что такое сегодня? Я не понимаю! Я что-то сегодня не могу. Я сказал, что Петровы. Так, хорошо, кто там еще есть у нас? Просто два Макса, подожди. Я захватил. Я к Фишу посидит. Нет, я коллегу, у меня Олег. Так, давай. Короче, последний бой, и дальше я, наверное... Дальше я, скорее всего, продам нож, и будем открывать премиум кейс. Елена Живой. Олег, кейс. Зайди в другое, у меня это, ничего не появилось, зайди в другое, в бой. В смысле? Так тут ну, у нас... отмена нажми. Так, подожди, тут кого выбирать? Тут три Петровых, пацаны, что делать? Слева. Да ясно. Самого лево, вот этот парень. Короче. Ясно. Ну ладно, подожди, стой. Я реально, а с кем, подожди? Давай я закрою глаза и попытаюсь тыкнуть. Вот стой, смотри, сейчас будет три Петровых. Еще я буду появлюсь. Подожди, вот. Смотри, сейчас откроется. Давай. О, а Кирюхи нету, смотри. Кирюха, а, вот, зашел. Да, так, блин. Смотрите, пацаны, методом тыка. Эники, я закрыл глаза, ничего не вижу. Эники, пенники, ели вареники. Ну, ближе всего к Кирюхе, да. Да ясно. Ну, я ничего не видел, пацаны, это уже, это как бы, это судьба такова. Пойду в три раза тайник открою, вдруг повезет. Не могу я проиграть 4 раза подряд. А, не могу нажать на... А, вот, могу. Так, давай, Кирюх, запускай. Я готов разорвать всех и каждого, давай. Ну. Ой, мне не везет, ну. Как долго? О, все, поехало! Так. А кто победил-то? Надеюсь, Кирюха. Я победил, Кирюха. Нет, я. Нет, да, Кирюха. Блин, почему? Не, все, фигня это. Фигня, что-то сегодня не везет. Давай я на 5000 тайны или рейдж. Не, стой, я хотел продать. Я хотел продать и премиум пооткрывать. Ну или можно просто тайно, конечно, да. Можно 10 раз. Ага. Ага, 10 раз. А подожди, у меня что-то. А у меня мы можем вот это продать. Вот это продать. Можешь в контракт кинуть. Да, да ладно, у меня там еще что-то есть. И смотри, я открыл. Ой, не туда, вот сюда. 5 раз. Во! Хватает! Погнали! 10 раз тайно! А вот это говно присыпалось на тебе. Серьезно? Да. Я сейчас в лайфленте видел, ты такой не мах. Да, там одни мах 10. Да, тут дамочка подскила чисто, и вот еще. Ой, я открыл тоже. Понятно, что... Давай еще. Так, погодите, сегодня... Сегодня не тот день, пацаны, реально, сегодня что-то не так. Все должно быть по-другому. Так, а Олег, сейчас... да ты фартовый. Чё, в скобочках там нет. В скобочках нет. Да ему не. Да ладно! А я говорил, что надо было открывать премиум кейс. Надо было тайну тоже говорить. О, мне Акихабара за 4,5. Я знаю. Да в смысле? Да блин! Так, о, Олег, сейчас более-менее, наверное. Нет. Я наклейку за 5000 крал. Чё? Да как так-то? 592. Так, вон хорошо. А помните, что буквально пару раз назад мы открывали 10 тайных? А теперь мы открываем 4. Ну, вот, конечно. Олег, вот я тоже сейчас не окупился, победитель. Но потом подкрал тайну и окупился. Точнее, контракт сделал. Наверное, надо делать контракт. Короче, все, что вы сейчас выбиваете из тайного, я, наверное, засовываю в контракт. Включая, возможно, и ложек. 15 косарей сейчас в контракт закинешь, ну ладно, дальше. Да, это будет изи, так сказать. Ну, в скобочках нет. Ты, Макс, а? Специально, да? Так, смотри, что у нас есть? Нож закинь, и все тайное.
Я так и хотел сделать, Ну-ка, насколько у нас увеличиваются шансы на хороший дроп? 8000. Погнали. Так, это давайте сейчас сразу закинем, просто чтобы потом это не продавай. Ну чё, ребят, сумма контракта 9000. Это 33 убери, поставь за 47. Подожди. Вот справа за 33. Да, и за 20. Вот. Всё, идеально, просто идеально. Сумма контракта почти 9500 рублей. Мы можем получить просто пушку сад почти 40. Поэтому всё, отправляем. Сейчас выбьют опять, наверное, 1005. Подожди, я не увидел, что нам выпало. Я не видел. Нормально. Ой, нормально, нормально, нормально. У меня сейчас смешно. Так, одну пушку открой. А, ты продал. Давай премиум. Давайте премиум. У нас, вот, 4 восьмерки, пацаны. Это просто знак. Это не фортуна, это бесконечность. Бесконечно долго будешь играть. Чё? Дюпнул по себе. Просто изи. Мысли, перчатки? Да. Лучше бы рыцарь выпал. Хорошо. Давай еще раз. Рыцарь, это будет хорошо. Скрин сейчас обжигаться будет. Ой, да. Обжигаться, это что-то пламя, походу, да? Да. Я понимаю, пацаны, шарю как-никак, намеки понимаю. Так, еще раз открываем. Ой, резаться будет. А так, что такое резаться? Бабочка в животике. Хорошая бабочка в животике. Может, убийство, серьезно? 15 тысяч. О, 15 косарей, пацаны. Оставь и погнали тайно. Да, вот это я заберу, Давай рейдж кейс. Сейчас нож опять выбьет. Так, 10 раз не будем пропускать, а то потом опять продавать. Блин, ну нож за 15 тысяч, капец вообще просто. Олег, у тебя не записывается. Мне нравится. В смысле? Кирилл, ты сейчас меня так испугал просто! Давай еще раз. Ты что делаешь, Кирюха? Я уже думал, что все. Что не записалось. Потом буду всем рассказывать, что нож выпал за 15 тысяч, а никто не поверит. Пробов-то нету. Так, давай еще раз покажем. Давай дожмем его, Ну давай, дожимаем. Выжимаем полностью, знаешь, как мочалку какую-нибудь такую мокрую. Мочу. Как мочать, а? А ты сейчас мочу выжимает вообще, не понял. Ну, Маша, я иногда походу из себя выжимаю, так сказать. Так, что-то все крайне плохо, на самом деле. Давай, ну, 15 тысяч. Я не знаю, я хочу еще, я не знаю, либо забрать нож, либо... Ну, знаешь, я привык, что мы в серии, там, ну, раз 10 точно откроем. Ну, можно 2 премиума еще открыть и продать. Ну, так-то да. Давайте реально, пацаны, мне кажется, стоит продать нож, возможно, и открыть просто 2 премиума кейса сразу. Ребят, я думаю, то, что это достойно лайка, это мы можем как такое минимум сделать. Да. Как минимум, надо сегодня по-любому поставить лайк за такие не просто срать, риски. Братан, поехали, все, просто 2 премиум-кейса. Лучше бы нож оставил. Нет, ну не говорите так, ну не, да ладно. Лучше бы его просто оставил, настолько оставил, насколько прижал к себе. Один раз нож открыть, давай. Еще раз. Чё? Я хотел ее! Вот зараза! Кого? Че там? Ой! Наклейка! Наклеечка, пацаны, наклеечка! 13 касочков, здорово, здрасте! Продаем, давайте еще 2 раза откроем. Так, давай. Дело пошло, хорошо. Так, что сейчас? Больные ожоги, пацаны. Да блин, 2 ожога, просто пламя и ожоги. Ладно, хорошо. Давай еще разок. Один раз открываем теперь. Вот это уже интереснее начинается игра. Что тебе в первый раз выпало? Подожди, не помню. Перчаточки. Фух, я уже подумал, африканская сетка. Слава богу, что перчатки. Так, можем... Нет, 2 раза не можем открыть. Не хватает там 300 рублей где-то. Крути быстрее, кликай так. Чё там? Это самое жесткое, за что можно произойти. Забирай. Тотальный слив просто. Забирай и уходи. Тотальный слив. А подожди, у нас хватает? Один раз, да. Пипец! Нет, только не убийство! Только не убийство подтверждено, пожалуйста! Дело пахнет драгом! О, да! Ребят, это я забираю. Либо продажи и 2 раза. Это я забираю. Не-не-не-не, я хочу скрафтить драгонор. Так, давайте еще случайно тайно откроем 2 раза. Ну почему? Может быть и скрафтится, ребят, я не знаю. Ну, сейчас, если ты продашь, можешь еще раза 2 открыть. Ну да. Пишите в комментариях, ребят, если бы вы хотели, чтобы мы в скором времени сделали крафт Драгонлора. И, конечно, ставьте лайк. Вот. Ну а у нас сегодня, походу, серия уже заканчивается, потому что мы так уже сегодня много чего выбили. Кстати, сейчас, по-моему, неплохо даже так. Ну или просто плохо, вроде как, я не знаю. Давайте сделаем напоследок вот такой вот контракт запасов. Еще вот эту эмку закинь. Не-е-е, без эмочки. Да, на говно. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Вы поставили много лайков. Ну а с вами были сегодня всегда Кофи, Фреш, Варпач и Эксайл. Ой, Куэнс. Всем до скорой встречи, ребята, и всем пока-пока.
пока, друзья. Всем покусь, пока. Кукурузи, F17, F9.